Всем привет! И вот сегодня наша работа вот в этом огромном отеле. Если получится, покажу немножко сам отель изнутри. Сейчас мы подъехали чуть раньше. Вот сейчас у нас 12 часов ночи. Работа у нас нестабильная пока что. Она и утром может быть, и вечером, и ночью, в общем, в любое время. И вот смотрите, 12 часов ночи, как уже светло. Дальше будет еще светлее. Это мы в центре города. Уже тепло, все у нас расцвело, все в листочках, зелененькое, красивое. Такие вот бутики в самом отеле, небольшие, где приезжие могут приобрести себе одежду, чтобы с собой не возить большие чемоданы. Но это не дешевый отель, это очень дорогой отель. Ну и, соответственно, и магазины тоже. Здесь 4 больших ресторана. Ну вот и все, работа окончена, возвращаемся домой. И всем пока-пока!